Всем привет, с вами снова Виталий, ранний доступ, растение против зомби-героя. Короче, будем догонять опять у меня командировки, опять я ни хрена не успеваю, даже отмонтировать не успеваю прошлой серии, но потом сразу три серии выпущу подряд. Поехали. Горная ягода любит видеть ягоду в бою, так что стратегическая колода ночного колпака это очень кстати. Одни пятерки надавали. А грибочки. Получает плюс один, когда наносит ягоду при использовании, ну при использовании. То есть халяву нам не дадут. Посмотрим, что тут придумают. Анимация какая-то замедленная. Инк. А, ну они друг друга накачивают, потому что ягоды на ягоде, да? Ну да. Мне ходить-то нечем. Будем ждать, пока убьют хоть кого-то. Это 3-1 должен стать, да? Да. Сколько она стоит? Единицу? Ну понятно, агроколоды опять. Посмотрим, 5-3. Что-то она вообще не ходит ничем. Анимация такая медленная. Он сейчас 3-1 сдохнет. Да, где ж ты была раньше? Говнина еще та. Да, считай, на халяву убил и вернул, да? Да. Четыре, пять, шесть. Шесть урона, да? Останется два урона где-нибудь взять. Ну, два урона, в принципе. Да. Тут однозначно выигрыш. Вот так вот все быстренько, качественно. Заряд был на 3, кстати. Разыграть 3 гриба. Угу. Но мы только 2 разыграли. А... Ну, поехали. Следующее. Что там? Двадцать четвертое мая. Головоломки опять. Опять будем думать долго. Как же нанести столько урона, когда для игры доступна всего одна линия? Ну, раскачка, да, единицы. Давайте посмотрим, как нанести столько урона. Ой, сколько дерьма. Сколько херни. Так, ну понятно, что нанести надо здесь. Сколько? 7, да, урона? Раз. Раз, два. 3, 4. Ну,
Ну, вот этого по-любому надо здесь поставить. Просто надо правильно пятерку расставить. Тут видите, вот эта херня ударит раз, это он одну нарисует. Ударит два. А, он же 4, да, урона наносит. При получении урона размещает морячка. То есть он, в принципе, помрет. Так, это у нас раз. Блин. Ну, если... Я не понял, здесь груши стоят просто так, что ли? Раз, два, это они все наделают, все, да. Три, два будет, три, четыре, пять. Еще надо 6, 7. Ну это вот этот умрет один раз, потом вот это его добивает, он умирает. Потом ходят вот эти парни. Блин, можно сюда поставить. Да даже если там кто-то есть, он все равно его... А, нет, тогда сюда. Не могу понять, при чем тут 2-1, зачем он... А, ну мне же нельзя урон получать, блин. Здесь по-любому надо сюда выставлять. Мне урон вообще получать нельзя. То есть выбора-то особо и нету. У меня аж единица. Ну вот он раз поставил. Да, что-то не то. Что-то не то. Пять урона, да. Что-то я не то тут сделал. Я просто не могу понять, как мне не получить один урон. Как мне не получить один урон? Пока что не могу впереть. Дело в том, что я получаю, если я двойками получу урон, то я сдохну. Единицей получу урон, я тоже сдохну. Ну, по идее, возможно, что... Блин, идиот. Сука, я идиот. Я первым походил этим. Ну да, я дебил. Ну ладно. Хотя посмотрим, будет до шестерки докачается, нет? По идее, должно до шестерки докачаться. Ну еще повести должно, да, вот сюда. До четверки. А странно, что он его сюда поставил. Очень странно. Хм.
Странно, но он его сюда поставил, кстати говоря. Чему-то. Он до пятерки, он до шестерки все равно не докачивался. А, пятерка. Потом шестерка, ну да. Так, что у нас тут? 4, да? 4,20. Ну, в общем, как я понял, нужно поставить туда, куда я и ставил. Да, вот это здесь. 5. Да. Это здесь. Это здесь. Это здесь. Блин, не повезло. Не повезло. Ну чего бывает и такое. Ну, в общем-то, я посмотрел в интернете, и у всех проблема одна и та же. То есть разработчики идиоты. Дебилы и криворукие, я бы сказал бы кто. Они удачно показали всем самый большой баг, который есть у них. Это неоднозначность. Срабатывание. Абсолютно у всех работает эта херня по-разному. Иногда по две выдают, иногда по одному. И как вы видите, у меня вообще ни хрена не срабатывало. Ну, давай еще одного. Все, мы вдули. Из-за того, что он должен был двух выставить. А он всего 6. Даже 6 не посчитал. О, на удивление посчитал. Как-то странно. То считает, то не считает. Увидели, да? Поставил тут бесенка, там. Хрен его знает. Ничего не менял. Ладно, поехали далее. Так. 26 число. Так, ну нам наконец-то самозванца дают посмотреть. Давай, давай, назад. Самозванцы. Ну, играем, короче. Долго читать. Падло. Читать долго, читать долго. Не хочу долго читать. Разнообразие стратегическую колоду. Не прежде, если их сразили, ведь они всегда приходят с друзьями. Да, это уже было. Так, нужно маленьких больше. Троечка. Двоечка. Там наверняка есть единицы, но мне их, как обычно, не дают. Ух ты. Повезло. Нам повезло. Сейчас эти два цветка сдохнут. На халяву. Двойка дашь свидание. Еще дашь свидание. Давайте грохнем. Грибочек. Угу. Ничего, потом у нас пойдет сосисочник туда. Угу, убил. Так, ну посередине нужно сосисочника поставить.
Ага. По-любому нужно составить. Но за единицу мы уменьшим кого-нибудь. Ну вот, зараза, клононас. Сука. Да, печально. Будет 3-1 на 3-1. Очень неудобно. А так мы его убьем. Уже щиты разбиваем просто в хлам. А мне еще пока щита никто не дал. Ну да, можно было, конечно... Не, нельзя было, я же сосед. Этот мне заряд даст. Что же считается бесенком? Ну что, так? Пока что. Ну, понятно, я так и знал. Он сейчас нам на халяву двух штук усатых. Даст. Блин, крутых чуваков дал. Это очень крутой чувак. Блин, ну это тоже крутой чувак за 2-3. Вот что-то. И пил. Главное, ананаса этого убрал, да? Ух ты. До 9-го хода мы не доживем. А можно и сосисочника, кстати, сейчас вонуть. Два. А сюда вот так. Сука. Со своими ягодами. Ай, говно какое со своими ягодами. Блюдок ягодный. Да. Ягоды, конечно, зарешали, серьезно. 3-3 надо грохать. Наверное, еще сюда поставим. Три надо убивать, но может быть кого-то еще другого придется убить, сейчас посмотрим. Блин, я так и знал, что какое-нибудь говно такое будет. 6 урона, да, если я его убью, то все равно 6 урона. 6, 4, ну 4 мне может быть даст заряд. Очень дало заряд, ну конечно дало, на единицу. Говнище. Да. Говнище дало заряд на единицу. Ему 2 заряда, а мне хер. А мне большой и жирный болт. Кстати, я время не поправил, ну ладно. 9:45. Говнюк. Главное, мне с первым так повезло, с первым этим. Первая обилка. И так не повезло со всем остальным. Пфф, вообще говно, вообще говно. Восьмерки, девятки. Да. Ужасно, ужасно. Где тут сдаться можно? Я так понял, что игра реагирует на слово сдаться. Как только ты сдашься, потом игра начнет себя нормально вести. Потому что это... издевательство над игроками. Олени разработчики не смогли даже нормально свое задание сделать. Пришлось 40 раз его запускать из-за глюков. Опять восьмерку. Смотри, четверку сейчас поменяю на, ну, хотя бы тройку. Я думал, сейчас еще восьмерку дадут. Ну, смысла уменьшать тут нету. Да, они все равно сдохнут. Блин, вот его ублюдок. Одного себя, ну тогда есть смысл уменьшать.
Пусть мне хоть по единице, а не если не по двойке. 5 заряд. Да. Так, что мы тут сейчас делать будем? Ну, еще 1-2-1. 2-2. Татова поставим. 3-1, ну, убить не могу. Давай мне тут выдай еще одну, одни усы. 1-1 усы, да? Замораживать. Почему нет? Этот останется замороженным, а 1-1 сдохнет. Почему бы и нет? Два, один. Эту камбу я, пожалуй, ставлю. Ага, бустанул, да? 3-2. 2-2. Нам все равно надо убивать этого дебила. Бустить будем себя. Так, 4, да, сюда можно двойку, но у него там ягоды явно, явно ягоды. Смотрите, опять такой же будет сейчас прикол с ягодами. Он убьет 2-2 ягодами, и 2-2 это тоже. Не убил. Так, значит, вот эти двое сдыхают сразу. В принципе, все на месте. Да, троечка. Приятная. Блин, его выставлять сейчас нельзя. Там неудобно. Случайно растение дорого. Полечить. И я оставлю на будущее. Переворону сюда, этот вздыхает на автомате. Халявные шампиньоны пошли. Или 3, возможно, сдохнет. Может и нет, давайте вот так сделаем. Мало ли там что придумается. Угу. Все равно сейчас помрут. Так, а кого тут можно бы бахнуть? По 3. По 2. Это выгодно бахнуть. Или ну 2 все равно должно добить. Ну, мало ли, бывают разные. Приколы. Добил. Так, поехали дальше. Ускоряемся. Больше билетов. Ускоряемся. Так, время ставим 3. И ставим 2. 7. Окей, поехали. Будем читать потом. Бойцы получают способность прочерк при использовании, так что лучше прибегнуть к помощи стратегических солдат капитана Огонька, работа в паре. Типа все с прочерками. Так, 4. Многовато. О, неплохо. А, ну... более-менее бустилка есть. Я с прочерком пока что будем ставить от далекого. Прикольно, раз такие все с прочерком. О, круто, бывает же, что так везет.
Я не знаю, кого он там поставил. Как бы не перемещалку. Ладно, понадеемся. Отлично. Прикольно при использовании сверху, кстати. Да, тут как жопа. Жопа, чую, что жопа будет. Ладно, поставим так. Посмотрим. Кто там вылезет? А, ну да. Бонусную атаку, а на кого? На 2-4. На единичку. Да, с прочерком это серьезно. Охренеть, 5-5, представляешь? Растение получает плюс 4. А, у него там уничтожалка есть, и мне походить нечего. Уже 6 урона накачал. Собака. 6, 7, 8. Ай, 6. Да. И у него сейчас будет пищи. Вдох не будет. Попробуем. 2, да, 10. Зараза, все равно. Не успеваю. 8. 2 плюс 2. Ну, все равно тут, скорее всего, сдохли. Даже если 2 раза по 3 качнется, мне не дадут щита. Ладно, сдохли. Заново переиграем. Пара у нас хорошо шла. Ну да, я так и знал, что это тошняга будет. Подлуждать время идет. Очень долго ждать. Поехали. Пока там туда, сюда, выиграл, проиграл. Не туда. 3. Три, 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 четыре, четыре. О, неплохо, неплохо. Угу. 1, 2, 3. Ну давайте оставим так, пожалуй. Хотя вот эти вот 3-2 лучше было бы, конечно, с грибочками использовать. Блин, давайте, кстати, даже если проиграю, все равно интересно. Давайте попробуем от противного. Подождем. Угу. Ну-ка, ну-ка. Демирону за раз будет хорошо. Главное, очень опасно. Еще 7 урона. Нет, 6, 9 урона, да? На воде грохнуть. 3-2, 2-4 сдохнет. 3-2, 2-3, кстати, 2-4 не сдохнет. Давайте так. Сейчас будет 6-3. 6 по жопе. Еще 3. В итоге у нас осталось 4, но все с прочерками. Поэтому, в принципе, можно не впрягаться. 2 по 2 поставить. Два по два и все. Дорого, дорого. Обошлось ему.
Плюс еще прокачал мне двух бобов. По трешечку. 3 единицы зомби. Верно, что там лучше? Он там стоит, халяву убивает. Все. Поехали следующую. 100-100, давай, давай быстрей. Еще 3. Давай, 28. Что-то там, помните, как вы начинали раздумья высоко? Ну, теперь у соперника, ну, понятно, в обратку. У него сейчас будет 2 ягоды, а мы будем. Вот сука. Посмотрите, какая тварь. Мне, главное, не давали на воде ягоды. Танцевальных шаров надавали. Мелку лучше оставить. Мелочек. Ну ладно, ягоду сейчас мы одну уберем. Конечно, на воде мы уберем по-любому. Без воды... Очень тяжело играть без воды. У него водяных, по-моему, вообще нету. Объедки в колоду. Пока будем так. 3 урона, ну да. Толку не было, куда ни поставь, все равно сдохнет. Написано в колоду, а на самом деле добавляет в руку. У меня такая медленная анимация. Ну, пожалуй, да. Плюс 3. Я зомби. Плюс 3. 4 хлобысь. Продолжает меня накачивать. Это картофан, он очень опасный. Ладно, посмотрим, что там к чему. Блин. Ну так. Ну, мудак. А, какой же ты мудак. Чтобы потом за 1-1 убить хотя бы. Кто таким мудак? Да, это чтобы туда можно было поставить. Знал бы, что у него план на нас бы выставил 3-1. На прошлый ход. Шарих клонирует. 2 клана нас. Картофельного. Хрена. Вот так вот. И растение 4 или выше. 3-4 сдохнет. Ради него. Ты выставляешь. Ты даешь. Ну, круто. Картошечку поставил. Чисто ради того, чтобы сохранить 3-2. Сейчас бы курятник хорошо зашел, но его нет. Ну, есть жопа, шли. Блин, ну сейчас хорошо зайдет не жопошник. 11. Так. Скотина. Все равно умудрился что-то мне противопоставить. Нашел же где-то этого усатого ублюдка.
Мало ли там какая херня, меня хоть не убили. А то еще убьют меня. Трехсоточка мне прибавилось. Давай, давай, давай. Финишная прямая. Двадцать девятый. Ну. Всё, да. Это сюрприз. А, какое хреновое утро. Да, да. Что у нас тут? Быстро. Так, этот бой пройдет быстрее обычно. Оба игрока получат плюс 2 солнца для мозгов и дополнительную карту. Используйте стратегическую колонну Великая Стена, чтобы получить дополнительное преимущество. Мерка слишком тяжело. А, мы поменять ничего не можем, да? Нам замену даже не дали. Ладно. Там даже не дали замены. Без смерти. Я, пожалуй, пока не буду ставить. Довольно бессмысленно в четвертом ходу. Угу. Ну, теперь можно без смерти долбануть. Ну, чисто из-за того, чтобы его один раз стукнуть. Ха-ха, еще и воду поставил. Да, неудобненько. Это, пожалуй, самое главное, что могло произойти. Восемь. Тоже орех, по-моему. Два урона. Еще два урона. Это тоже орех. Еще два урона. Блин, если он тут поставил его. Это неспроста. Давай вот так сделаем. Ну, надгробие херня, на самом деле. Потому что два урона ты сейчас получишь в любом случае. Вот и все. Чисто зарешал этот зеркальщик. Ту-дум. Пум-пум-пурум. Так, давайте последний ход. Конем. Ход кониной. Тридцаточка, да? Что-то не понял, что-то надо сделать. Я так понял, в обратку теперь. Играем. Ко мне боярышник дали. Ой, херня, херня.
Жесть. Херня херню называется. Дали полную херню. Уменьшаем урон на начальной стадии. Да, боярышник ушел, видите. Совсем несправедливо. Два ходить нет. Хоть что-то. Пока бы на воде грохнуть, вот что было хорошо. Это все херня. Чувак на воде сильно опасный. Не, ну тут однозначно я вдул, скорее всего, сейчас просто трачу время. Потому что слишком нереально сейчас вытащу. Это сильно много дает темпа. Ладно, убиваем. Наверное, вот так даже поставим. Перемещает. Ну, перемещай. Раз такой. Ну, это ты совсем смешишь меня, товарищ. Ты меня что-то совсем рассмешил. Да. 2-2-2-3, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я надеюсь, там может что придет, какая хрень. Сука. Сука, конечно, еще там, представляете. Убил моего этого, я в итоге вдул. Да, мудак. Своим этим испортил всю малину мне. Гандон. Только тяну время. Это очень долго, бессмысленная игра. Давайте дальше. Еще раз. Не люблю такие игры по мультиплееру. Иногда даже по мультиплееру играешь, да? Прям просто, знаешь, тошнит просто от этого. Идиотский шафл. Идиотский замес, идиотская расстановка, полностью все идиотское. Ходы идиотские. Вот что, в колоде мало карт, что ли, или что? Что вот это вот мне раздается тут? Игра идиотская. Мы не удивлен. Не 2-3, так осьминожку поставят. Жестяки. По уменьшению урона лучше всего тут ставить, конечно. Все равно 5 урона сейчас получу, хотя 2 должно мне заряд дать. Бобовод. Толку от бобовода пока что нет. Угу. Это 1-3 тоже толку нет. Ладно, уменьшаем урон по моей жопе.
перемещает кого куда. Понятно, пытается меня хоть как-то надамажить. И плюс себе ставит, чтобы накачка шла. Сейчас 2-3 накачает, да. И мне ничего не дал в итоге. Идиотские, идиотские. Мясо. Вот так. Ну чё, кого назад отодвинешь? 2-3, ну ладно. Позволительно еще. В итоге 2-2 у нас живой останется. 1-1, 1-3 будет живой с накачкой. Уже тяжелое все пошло. А, 4-5. Неприятно, херня, 4-5. На следующий ход будет 6, да? Бобом бы походил, но... Пиши его, а можно даже здесь походить. 2 урона будет по мне по-любому. Может там что вылезет хорошее. Ладно, уменьшаем урон по моей жопе. Урон 4 я сейчас получу от этого ублюдка. Горохового спортивного. Просто на халяву чик и все. Еще один боб. У меня 8 маны. Лаба 8. Это вообще вариантов нет, да? Да. Ту-ру-ту-ру-ту-ту. Ничего не получится сделать. Девятка, кстати, стоит, до сих пор накачивается. Эти вот два говнюка ему накачивают щиты. Шесть, четыре, да, четыре. Два. Уменьшить. Чисто уменьшить урон. 4 урона я получу в любом случае. Ну, зараза. Так вообще нечестно. 6 урона еще получу. Все, вдул. Оттягивают мою смерть. Дебилы. Здесь есть, ну, все бессмертные, да? Ну, интересно, кто первый сдохнет. А, 6-6 сейчас переместит, и все. Да. Что за скотские... Скотский дров? Куча карты ходить нечем. Что за скотский дров, я вообще не... дебильная минута. Идиотская минута. Уже третий заход. Идиотским дровом. В прошлой игре вот этого говна ни разу не выпало. Оно бы меня спасло раза два. Не меньше. Давай перекати поле сюда ставь, чтобы сдох он. Ну, что, нету перекати поля? Ну, это ты меня удивил. Как же так? Должно быть и перекати поле, и осьминожка должен быть. Что там еще у тебя должно быть? У тебя все должно быть, ты ж компьютер. Тебе можно. Мне нельзя, тебе можно. Хм.
Испытываем мою неудачную удачу. Испытали. Неплохо пока что. Валы хуже. Блин, отдавать на такую шляпу на 4-1. Потом в следующем ходу вот эти двое умрут. Он даже выдавать не хочет этот 1-1, потому что он ему накачку делает. А здесь хер его знает, кто тут у нас. Давай посмотрим, куда переместиться. Вот, уже перемещает. Ну давай перемещай, ладно, уболтал. Прикольно, переместил. Посчитал-то более опасно. Очень странно. Он посчитал его более опасным. Давай, выставляйся. Блин, 2-2. Раз, еще 2-2. Выставим четверку. Ладно, эти пусть дохнут. Я им разрешаю. Просто вот это потом очень сильная становится сила ягоды. Зачистка на 3 по всем линиям. Очень мощно. Угу. Три урона. И сколько она еще даст? 2 урона. Это получается 3. Три, 4. И опять по 4 уронами мы просираем, да? Да. Два урона, 4-4-3, ну хотя бы он по мне не ударит. И плюс вот эти 2 на зачистки пойдут. Ага, 2 урона он не дал, потому что защита. Ай, какая жопа. Да, надо было ходить вот этим барахлом. Три, четыре, пять. Это неизвестно, как оно работает. Давай посмотрим. Да, оно именно так и работает. По факту 8 урона сейчас мне пропишут. Я уже сдох. Ну, мне просто было уже интересно сейчас на самом деле. А, так он все равно пропал из-за того, что 2, ну да. Ух ты, кого мы видим? Сюда шестерочку поставить. 7 4 3, и получается 5 4 2. Протупил, мог убить, если бы вот это говно поставил. Протупил. А это ж не ягода, да? Ладно. Хотя бы так. Мог бы. Но не смог. А вот способность безумия меня и убила. А нет, не убила. Я думал, убила.
Семь. Там все равно не умирают. Западло. Ну, ладно. Блин, я мог бы выиграть, если бы не протупил, представляете? Если бы на прошлом ходу поставил две силы ягоды. Вот это 4-2, вот 4-2 уже бы дохлое было. Ой, какой же я иногда тупица. Все не предусмотришь. Как говорится, расслабился. Блин, эта серия будет что, целый час идти? Переть. Ну блин. Окей. Дерьмовый дров. И растения получают. Были бы какие растения. А, боже. Придется это 2-2 грохнуть, потому что опять темпуха возрастает из-за этой дерьма 2-2. И еще 4 урона. Только можно уже. Прям невозможно, если честно. Прям это вообще бесит меня. Дров 5, 6, 4. Еще одно говно желтое. Еще один ублюдок. Ну, ублюдок понятно почему. Говно желтое вроде убивал. Бесит меня. Главное, ничего сделать не могу. Дрова нету. Что вот это, как с этим играть? Должно очень сильно повести. Где же маленькие карты? Парень. Да, перемещай. Сука. Гнида. Гнидосина. Удивительно. У нас пятерка будет? Нет, на следующий ход. По идее, должна быть пятерка. 4 плюс единица. Угу. По идее, вот так вот я сейчас делаю. Странно, что он переместил туда-обратно. Мог бы сюда переместить, и потом туда. Как-то комп протупил, если честно. Так. Ну, тут, конечно, много урона, но... По факту мы все равно не сильно много выиграли. 6. 6 это из-за того, что тройка дала, да? Ну да. А у нас еще уничтожалка сейчас будет. 1-3. Давно не было таких дебилов. Все. Гля, сколько агро выставил. Я же говорил, должно очень сильно повезти. Вот нам, собственно, очень сильно и повезло. Повезло, что комп вступил. Если бы он по-умному проиграл, сделал бы, я бы уже выиграл. Вот так вот. Так что всем спасибо за просмотр. Все в таком духе. Подписывайтесь на канал. Все, что надо делать. У меня уже 3 часа ночи. Я пошел спать. Всем еще раз спасибо за просмотр. Удачи.